Морг 2. Ну охеренных дисках. Вообще диски огонь. Точка сил. Все, походу, закончен сезон. Вот такая штука пришла. Это мне, ребята, пришел вот такой штатив, мега-штатив для управления айфоном. И приехал опять Женька на заправку. Приехал на новом AirTrek, я смотрю, да? На обновленном, здорово. На турбовом. Нет? Нет. Только... Нет. А как под турбовый у тебя? Просто капот стоит дешевле турбовый. Да ты что? Ну, вижу пока. На одном цилиндре, наверное, приехал. Нет. На двух. Ну, вот что такие страшные трубки у тебя, блядь. Здесь горело, ну, здесь вот на это горело, можно, это не горело, да? Коробку, все взял контрактно. Ну, здесь все, что есть. Ну, там, блядь, за клапан-то такой огонь. Страшный какой, крышка у тебя на коллекторе. Мама дорогая, ее надо было пескоструить или бесполезно? Не, мне надо было до день рождения успеть подарить жене машину. Это жены теперь. А, ну ей пойдет, да, такая? Да. Она все равно туда не заглядывала. Резина заебись. Заебись резина, да. Высокий просвет. Просвет сантиметров, наверное... 32. Я хотел сказать полметра. Вот, ребята, деревья мои я тут насадил. Насадил деревьев. Три куста тополя и три дерева тополя. Да, блядь, как они заебись. Пылища и грязища и тарахтища от них. Бачок контрактный. А тут все, Лёх. Это контракт, трубки контракт, это тоже контракт, эти все контракт, это новое, это контракт. Косы контрактные, все три. Носкат контракт, крылья контракт, капот контракт, коробка раздатка контракт. Пиздец. Это все для себя, блядь. Ничего, вообще морды не было. Почему было, у меня тебе фотки потом дам, сейчас интересно будет. У нее вот здесь вот было возгорание, блок предохранителей замкнул, начало гореть. Ну, вот здесь все подкоптилось, все полностью вытаскивали, под капот покрасили. То есть вот оно в кислотном грунте еще до сих пор, ну там стойка, это я потому что ее менять буду тоже. Ну, он работает, ну его троит. Надо смотреть лямбду, ДМРОЙ, вон видишь ДМРОЙ какое? Подгорело. Внизу. Сейчас, тут даже запах какой-то еще, это обгорает. Да, вот он. Ты что, только завел его, что ли? Ну я вот 26 числа подавил, потом день бухал. Приехал тебе нормальную машинку. Подарил жене AirTrek. AirTrek, блядь, AirTrek. Поворотник забыл вставить еще. На морозе, скорее всего, она полопалась. Но это все это сделаем. А так, подушка безопасности все на месте. Высокий. Пойдет, конечно, пойдет. Я поставил. А, ну это вообще первым делом для жены надо, да. Делал, наверное, его полгода точно. Да. Еще дольше, чем я Subaru делал. Я купил в феврале, я его притащил с Нягани, купил. Он стоял. Вот сейчас месяц назад только руки до него дошли. Почем там AirTrek нынче? Ой, я его подгоревший купил за 90. Всего? Да. За 90 рублей? Дорого. И в него я влупил где-то 1170. На Mitsubishi пиздец дорогие запчасти. У подрамника переднего уха треснувшее было, это оказалось болезнью. Ну, короче, со он скидкой тебя... самый дешевый я купил 10 тысяч. Подрамник на корову стоит 1800 везде. Задний подрамник стоит 30-ку, блядь. Мотор 45, коробка... Мотор 45? Да, коробка с редуктором, что там, не помню. Вспоминай, блядь. Вспоминай, блядь. Ну недорого, кстати. 290 ему обошлась машина. Я уже посчитал. Mitsubishi дорогая. Носкап с Владикой я заказал. Там он стоил 16, доставка 11700. Крылья по трехе, капот треха. Тут масла с аккумулятором только 15 штук отдал. Все Mitsubishi, все оригинально. Ну это жене, не себе, себе там можно залить. Капот треха. Ну, они турбовый стоит 5, прикинь? Хотя это они турбовый 5 стоит? Да. Не, ну турбовый это круче капот, базара нет. Жене не зря, говорит, это мне не нравится. Не нравится? Херня какая-то горит, да? Ну, говорит, это аппендикс. Короче, все шланги, все это, все купил. Все тросики, на коробку тросики. Всю
это по два косаря вот так и все это, блядь, в совокупе. Ну ладно, раз такое дело, для жены будем заправлять. А эти все возят песок, песок возят, все. Никак не вывезут. Что, тебя нельзя снимать? Здоровый бомбовоз, блять, они тут разворачиваются, потому что вывернуть не могут туда. И они вот здесь вот так вот разворачиваются и везут песок куда-то туда, на строительство арены. Песок с РТШ, с РТШа. На улице 28 градусов, ребята, сегодня. Дядя Женя уже принес какую-то трубку, блять. Ну, это вот контракт. А, здесь с клапаном. Ну. По-моему, вот они не залезут ни хера. Подсвистывает. А я к Женьке отправляю. Я проебал свою откручивалку. А там она какая-то особенная? Да. Просто трубку берешь, пилишь, короче, прорезь делаешь и выкручиваешь спокойно. Но я куда-то ее похерил. Че, вошел, что ли? Да хуй пойми. Видите, сделали трубку. Вот такую, да. Кружок очумелые ручки на Крупской. Приезжайте. Вкручиваю. Вот так вот, с прорезями. Вот такая палочка. С кнопками управления огнем. Снизу она вот так вот расчекляется. И может ставиться сюда вот так вот в виде подставки. Короче, на стол. Туда сжимается телефон. Вот так вот еще может поворачиваться. Эти байда. Специальная байда для айфона. На три ноги. Что самое важное, у нее есть кнопки зум, приближение для айфона. Удивитесь, да? Еще кроме всего прочего, то есть селфи-палка. Вот такой почти метровой длины. Вот такая, ребята, конструкция. Куда хочешь ставится. То есть вот так. И можно ставить телефон и снимать себя со стороны. Удобный штативчик. Вот так вот. Собирается. Хоп. И все. Ее надо развернуть. Прикольно. Не тяжеленькая, легенькая. Не знаю, хорошо это или плохо. Пультик отсюда снимается. И можно его использовать отдельно. Сидеть где-нибудь на лужайке, направив на себя камеру, из пульта управлять. То есть делать приближение, отдаление с пульта. Сидя где-нибудь на пенечке в лесу. Надо будет попробовать. Такой маленький. Ну, естественно, работает по Wi-Fi. Селфи-трипод с управлением зумом для айфона. Ссылку внизу, где брал, под видео, как обычно, выкладываю. Искал долго, читал отзывы, пишу, штука офигенная. А я сейчас пока временно пользовался вот такой штукой. Здесь присоска еще такая здоровая стоит. Вот аж такенная присоска. Это для крепления телевизора, что ли, блять, на крышу автомобиля. Я не помню. Охеренная. Да как они задолбали, а пылище летит. Они строят, работают, в отличие от меня. Охрененная присоска, блять, короче, держит килограмм 100, наверное. И от нее вот такая вот селфи-палка. С крутилкой зажимает телефон. Вообще железная, тяжелая. Вот я ей пользуюсь пока что. Тоже, кстати, удобная штука. Это я сам себе соорудил. А, вот это вот верхушка, вообще от штатива от маленького, который мы в Киргизии купили. А вот это уже рычаг с присоской. Из двух деталей собранная приблуда. Сейчас развернул телефон, а можно кнопкой одной разворачивать. Переключаться между основной камерой и ближней камерой. Ты можно ставить на стол, на землю, там, на машину, хоть куда. Снимать себя со стороны, как со штатива. И плюс выдвигать ее, как селфи-палку и как штатив, собственно, в высоту. Ссылка на этот штативчик. Селфи-палку, блять, три в одном под видео. И еще снова показывал микрофон вот такой вот дикой защитки. У него внутри вот такой вот железный, собственно, микрофонный корпус на 4 пина, то есть он для телефона. Ну а этот поролон служит для защиты от ветра. Он довольно толстый, здесь мощный. Сейчас вот я говорю на основной микрофон айфона. Вставляю этот микрофон. Сейчас уже продолжаю говорить на вот этот микрофон. Смотрим, как это происходит, собственно, запись голоса на внешний микрофон.
Сейчас опять основной микрофон айфона. Я так и не понял, какой лучше. Но тот точно ветер будет лучше на улице работать, чем встроенный. Потому что встроенный шуршит нереально вообще на ветру. Что я заметил с этим микрофончиком? Где он, сука? Что я заметил с этим микрофончиком? Есть ежесекундные щелчки какие-то при записи. Щелк, щелк, щелк. Не знаю, с чем это связано. Ну, я их легко убираю. В премьере в Adobe есть плагин, короче, звуковой. Удаление щелчков. Просто накладываешь на звуковую дорожку еще. И больше никаких щелчков нет. То есть бороться со щелчками просто. Ну, как бы неприятный момент такой есть по щелчкам с использованием вот этих микрофонов. Причем у меня их уже два. Один громче работает, этот маленький, но он пластиковый какой-то. Мне его Мишка отдал. Не знаю, где он его взял. По-моему, тоже на Алиэкспрессе заказывал. И вот этот большой, побольше железный. Он более глухой, более тихий. Похожий очень сильно на стоковый микрофон айфона. Допустим, я сейчас вставляю вот этот маленький микрофончик. И дальше звук идет с него. Звук более такой яркий, высов побольше. Но он, когда громко говоришь, он зашкаливает уровень у него. И если музыка громко играет, тоже уровень зашкаливает. Сейчас тыкаю этот микрофон, здоровый. Еще продолжаю говорить уже на него. Ну, тут, блядь, грузовик опять приехал. Они просто сегодня как эти, как оводы вокруг меня вьются. Еще идет третий микрофон у меня. Еще не пришел. Буду его тоже текстировать. Он маленько другой. Эти микрофончики я тоже брал на Алиэкспрессе. Ссылочку тоже прикреплю под видео здесь. Посмотрите. На ветру для съемок на улице вещь довольно полезная. Не офигею, на улице 30 градусов. Работы нету. Все едут, смотрят, никто уже не хочет заправляться. Уже никому ничего нахер не надо. Все уже ждут осени. Народ у нас продуманный, блин. Селфи этот трипод. Вообще огонь, мне понравился. Единственное, подозрительно легкий, но вот это вот у него железное, все как бы алюминиевое, вернее. Управление работает на ура. Единственное, зум медленный, он рывочками так. То есть на экране можно так раздвинуть, сразу увеличить. Я так и походу и буду снимать. А зум, ну так, если совсем лень, как говорится, можно из кнопок. Ну, по крайней мере, он единственный вот у этой модели, он есть. Зум для айфона. А так, блин, даже вообще палочка. Тут ножки обрезиненные, как ни странно, да, то есть сделано все в принципе. Ножки, конечно, из пластика, они железные, но офигенно сделанные. Все аккуратненько и красиво, мне понравилось. Ставить удобно, пользоваться удобно. Не знаю, насколько он выдержит, но сломается, закажу новый. Потому что он недорогой, по-моему, что-то 1100, что ли, он всего стоит. Да, 1100. При этом крутом, как говорится, функционале, да, который есть. То есть можно и так снимать, можно и для Инстаграма, для Инсты можно вот так вот разворачивать вот эту вот саму камеру, да. Потом вот этой кнопочкой очень удобно переключаться между камерами на внешнюю и внутреннюю. Просто берешь, переключаешь нажатием одной кнопки и все. Ну, как на селфи-палках, на нормальных. Плюс регулируемый наклон, плюс у нее вот так вот еще поворот туда-сюда есть самой вот этой каретки. Каретка наклоняется, естественно, регулируется хоть куда. Ну и она раздвигается сантиметров на 40 в селфи-палку в длинную. Да, блять, как ее. То есть без всяких люфтов раздвигается. Короче, крутая небольшая штучка. Штативчик вообще огонь. Этих денег я считаю, да опять, блять, жужелица это приехала, сука. Как только что-нибудь начнешь говорить зрителям, обязательно приедет, блять, китайский грузовик и все испортит весь звук. Они огромные, они возят тонн по, блядь, по 200, наверное, каждый. Тут земля аж трясется. Чего я хотел сказать, уже забыл. Короче, охеренная штука, ребята. Мне пока она все больше и больше нравится. Даже не знаю почему, но вообще нравится пока все. Пока он не сломался, мне он нравится. Ну, гармонично сделан. Качество сборки вообще четкое. Вообще, как будто это штука от Sony. Они хрен знают, от какой фирмы. Пока не разобрался, от какой он фирмы. Вытаскиваешь этот пультик отдельно и бежишь с ним на унитаз. Камеру вставляешь в коридоре. Ну, короче, типа того. Как говорится, всем советую. Удобное в пользовании. Еще один инструмент для удобства, как говорится, съемок и более качественного видео. Короче, все вместе. В общем, удобно пользоваться. Куча функций. Вроде все сказал, так не глядя, получился небольшой, так сказать, обзор для вас. Ну, я забыл сказать, что пульт на аккумуляторе. Вставляешь, зарядка пошла. Вот это охрененно удобно. Никаких батареек, аккумуляторов не надо. Заряжается как сотовый.